Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Аюми Вера. И сегодня я снимаю видео на тему, сколько смогу собрать монеты конфет за 40 минут. Не забываем подписываться на мою телегу, ведь там будет много интересного. Конкурсы на оружие, на робаксы и интересный контент. Так, у меня 265 конфет и 3577 монет. Приступаем. Сейчас я просто прикрепила удачные прикольные катки. Вот, ну и давайте посмотрим, как у меня это все получилось. Играла я реально 40 минут, приучитывая все нюансы. Я играла, в общем, не на фарм-сервере, на обычном самом сервере, и как раз-таки это тестирую. Вот сколько я смогу накопить. Немного лагает, вообще Roblox немного лагает в последнее время. Вот последние дня 2-3 чуть-чуть лагает. Так, вот эта девочка, мне кажется, Мардер, вот эта, которая... Не которая за мной прям совсем бежит, а которая бежит за девочкой, которая бежит за мной. Так, ну вот видите, тут уже что-то происходит, значит. Так, да, она сбежит за мной теперь. О, нет, она... А, все, она в другую сторону свернула. Я уже подумала, все, за мной сейчас побежит. У меня прям уверенность, что она мафия. Так, надо бы пистолетик найти. Ну, самое главное, конечно же, вот видите, монетки собираю. Это вообще у нас самое главное. Сегодня это фарм. Даже больше конфет, а не монет. Но как и происходит обычно, конфет очень мало. Конфет очень мало, да-да-да, это я сказала уже. Монеток... Много. Ну ладно, собираем. Так, здесь у нас что, конфет, монет нет. Идем дальше. О, сейчас много как монеток. Но конфет все равно мало. Почему так происходит? Я не понимаю. Так, ладночки. Где это Мардерша? Где она? Где эта мафия? Не вижу. Так, вот эта девочка нет. У них просто у всех одинаковые анимации. И я немножко путаюсь. Там три девочки с одинаковыми анимациями. Так, эта девочка нет. Так, ну, в общем, спустя вот какое-то время я тут забрала пистолетик, и мафия все-таки оказалась-то девочка на голове, я думала, вот это вот. Так, сейчас попробую выиграть у нее. Так, так. 6 секунд, ребят, успею. И... Хоба, на последней секунде, ребят. Мне кажется, это было красиво. Так, ну что ж, ребятки, вот такой вот получился выигрыш. Дальше, да, движемся с вами. Так, я мафия, вот это уже прикольненько. Сейчас возьмем эффект призраки, наверное. Да, не будем брать вот этот вот, потому что он слишком... Ну, не хочу его брать, много профессионалов на этой карте сейчас. Так, вот, ну, он что-то встал, ну, вот как бы не надо было ему здесь вставать. Неудачно он встал, и, собственно говоря, поэтому стал первым. Так, вот эта девочка. Так, бекончик, да? Вот это вот в прикольном скине ведьмочки. Таком вот, да. Прикольно очень. Прикольно выглядит. Так, вот этот. Кстати, ребят, я хочу сказать, что мне очень нравится, как переделали вот эти вот эту карту. Мне очень нравятся вот эти вот, ну, в целом, вот такая атмосфера жуткая, я бы сказала. И вот это мне очень все нравится. Прикольно выглядит. И я очень рада, что разработчики работают над созданием улучшенной карты. И это очень прикольно. Это очень здорово. Так, у нас осталось 2 минутки. Надо вообще-то не забывать собирать конфеты. Я немножко про это забыла. И поэтому вот немножко забыла про это. И у меня всего лишь 10 монет в мешке. Ну да. Ладно, сейчас вот будем собирать. Так, надо было в ванну зайти. Ну уже ладно. Так, собираем здесь. Камин сделали с зеленым огнем. Это прям вообще прикольная задумка, как мне кажется. Так, конфетка, монетка, конфетка. Так, здесь тоже собираем. Оба. Так, не удалось мне кинуть. Ну, ничего страшного сейчас. Вот здесь еще. Угу, понятненько. Так. Дальше. Мне кажется, вот тут я боксы изучала немножко. Вот, хочу с вами это тоже обсудить. И тут Traveler's Gun. Traveler's Gun, ребят. Мне кажется, это рарка, ее можно на годли затрейдить. Сейчас народ так прям ценит вот это хэллоуиновское оружие, что можно хорошо его трейдить на... Так, сейчас, 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 аккуратненько, тут шерифчик. Трейдить на годли, вот, мне кажется. Ну, там на ледокрыло, например, точно спокойно. Мне кажется, ледокрыло сейчас вообще не особо ценится. Ну, вот, оно у меня есть, и я вот думаю, вот, может мне его как-то затрейдить. В идеале было бы затрейдить на косынку, конечно, потому что это прям похоже на хэллоуин оружие, но я за этим не гонюсь, честно. Я не гонюсь за хэллоуиновским оружием, потому что я не, ну, я так этим, ну, в принципе,
не люблю так прям копить оружие по каким-то особым праздникам, там все такое. Вот, вот на Новый год, я думаю, что у меня был, кстати, небольшой сет оружия на Новый год, и я потом там одно оружие затрейдила. Опа, на тут еще мальчик оказался, ничего ж себе. Все, я выиграла. Вот это было достаточно просто. Ну, не просто, но прикольно, да. Вот. Я просто на Хэллоуин так особо оружие не хочу готовить, а вот на Новый год хотела бы прям побольше. У меня на Новый год был джинглиган, но я его затрейдила на люгер. И поэтому теперь не знаю, как мне лучше сделать, как мне поступить. Вот, как бы так сделать, чтобы у меня, например, кроме... Ну, чтобы у меня все было, да, чтобы у меня было и то, получается, да? Надо подумать. Может быть, какие-то боксы появятся в Новый год, 100% должно быть какое-то обновление. Мне кажется, как минимум, вот сейчас, пока идет хэллоуиновское обновление, я думаю, это будет идти, ну, до ноября точно, до ноября, до конца ноября, наверное, будет идти. Вот. Ну, это предположение, я не уверена, конечно. Но все может быть. Может быть, это обновление очень долго будет идти, но рождественское обновление должно быть обязательно. Ого, так, это у нас зомби, они тут все на крыше собрались, смотрите. Так, надо отсюда это, сбегать. Ого, тут сплошные зомби, получается. Я что, одна осталась? Нет, нет, не надо. А, ну ладно, ну ладно. Пока монетки тогда соберу, дайте монетки. Не дали монетки собрать. Это всего лишь 17 монет собрала. Это очень мало. Да, кстати, прикольно. В режиме зомби нож вообще не кидается. Опа, на, я снова мафия. Ничего ж себе. Вот это мне повезло сегодня. Так, ладночки. Так, девочка, проходи. Угу. Ну, давайте снова берем эффект призраки. И let's go. Так. Так, я не поняла, я спрыгнула туда или нет. Она продолжает, ребята, главное там находиться. Ей бы надо было оттуда выходить. Хотя, не знаю, может, это было бы опасно. Так, вот эта девочка. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, сейчас бы прямо ускорение бы включила, в принципе. Но я хочу попробовать без ускорения, потому что я думаю, что скоро куплю рентген-функцию, и мне надо будет уже обходиться без спринта. В принципе, я когда играла где-то на 100-м уровне, мне он прям очень помогал. А сейчас спокойно играю без него, поэтому вот стараюсь его не юзать. Так, давайте дальше. Сюда захожу. Оба-на. Тут целых два человека уже. Ну зачем туда спускаться? Это неправильно. Это не нычка, в принципе. Оба-на, шерифчик. Да, это, кстати, про. Так что включаю ускорение. Хотя оно мне не помогло, ну ладно. Не помогло ускорение, в общем. Ладно, будем PvP играть тогда. Сейчас конфетки соберу. Мне же надо все собирать. У меня же цель-то видео ясна. Опа, девочка, ну-ка, сейчас смогу. О, нет, куда-то в потолок улетела. Так, оба-на. О, я попала? Ничего себе, вот это я профессиональный игрок. Я себя прям прошкой почувствовала. Ничего себе, я попала. Я в шоке. Так, вот этот встал в проходе. Ну, не самая лучшая стратегия. Так, вот эта девочка забрала пистолет, но поздно. Все, я выиграла, ребятки. Вот так вот круто получилось. Все. Так, ну что ж, будем уже, наверное, завершать. Уже прошло как раз-таки 40 минут. Итак, итого у меня 355 конфет. Я тут уже боксик открыла. И получается... то есть конфет, извиняюсь. Вот. И получается вот такая история. То есть мы собрали не очень много конфет на самом деле, да? То есть вот, смотрите, у нас что получается. 3806 монет. И травелер-ключ я сейчас получила. Я сейчас буду боксик открывать, да. Вот, распаковка. И, пожалуйста, пожалуйста, Годли, Годли, Годли. Ну, попался самый нелюбимый нож. Ну, ладно, ничего страшного. Так, ну что ж, на этом все, в принципе, да. Мы все с вами собрали, посмотрели и поняли. Всем желаю отличного настроения. И всем поки-поки. Хорошего настроения и выходных.